Привет, дорогие девочки, мальчики! Приехала в свой любимый магазин, который я для себя называю «Услада для глаза, удар для кошелька» – Hair One Imports. Все для дома. Обожаю этот магазинчик. Конечно, очень дорогие вещи, потому и удар для кошелька. Но зато глаз порадуете здесь. Вообще, сколько красивых вещей. Идем в магазин, теперь в этот, в «Усладу для глаза». И сейчас вы поймете, почему я его называю именно «Усладой для глаза». Пропускаю тут с детьми. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Вот. Эти наборы посуды. Вот летняя. Сразу захотелось в лето. И столик, вот как все можно организовать в своей столовой. Смотрите, как все подобрано, да, в таких теплых летних красках, тонах. А вот, вот этот я просто обожаю. Я тут заходила, на прошлой неделе заходила, просто камеры с собой не было. И вот этот вот я бы хотела для своей столовой, он бы и подошел мне. Он такой деревенский, такой винтажный стиль. Вообще классный. Он такой вот под старину. Потертость легкая, стулья, это чехлы уже для стулья, салфетки, поднос. Ой, ну не прелесть ли, правда? Я такая в зеркале. Привет всем еще раз. Вазы, полочки какие-то, вот все такое изящное. Все радует глаз, ко всему хочется. Но если не купить, то хотя бы посмотреть или прикоснуться. Просто. Ну, понятное дело, что надо иметь соответственного стиля дом там или комнаты, наверное, да, чтобы можно было его украсить вот такими именно вещами. Но мне бы, допустим, вот подошел деревенский стиль для моего дома больше, чем такой вот буржуазно-аристократический. Вот. Ну, я же говорю, тут на любой вкус, на любой. Подушки тоже. Магазин не дешевый. Магазин очень недешевый. Вот 100 белый, 160 долларов. Вот такой кофейный столик. 120-130 долларов. Вот уже, видите, такой цвет я люблю. И потертость, Ну, кресло какое плетеное. Так, я еще не совсем отошла от простуды. Кресло 270. И столик такой же, в том же стиле. Вот два кресла. Вот с той стороны еще одно. Это третье уже, вот то, что я показываю. И столик к ним. Видите? Маски. Вот такие масочки. Мескредные, мескред, мескред, так, а что, ага, 40 долларов такая маска, ого, ого-го, ну, кто любит такие вещи, может быть, действительно, какие-то есть тематические вечеринки, люди устраивают, это всякие шкатулочки, вот, в виде таких комодиков. Здесь сегодня очень много всякие подвески. У-ху-ху. Сейчас наделаю тут шума. Вот композиции цветов. Да, такая красота, лаванда. Сколько же такая лаванда? Ага, 40 долларов стоит лаванда. Почему мне подарили карточки в тот магазин, а не в этот? Я бы сейчас купила себе вот эту хотя бы, или лаванду, или что-нибудь, или просто что-нибудь. Тут все хочется закупить. Вот такие сейчас очень популярные. Ну, я не знаю, как там у нас здесь, в Америке, вот, любят украшать вот таким. Бутылки такие разные. Можно мне вставить какие-то ветки или цветы искусственные, или сухоцвет. Коврики. А это, по-моему, да, это распродажа. Вот корзинки, плетенки всякие. Это уже вот сейчас очень так
Люблю я такие тоже вот вещи. Вот это вот мой стиль. Я помешана сейчас на этих всяких корзинках. Ну а вот. Вот как можно не восхититься такой вазочкой, да? Подсолнухи. Настоящие. Как настоящие. Просто вот можно ходить, знаете, каждой вещью. Каждую вещь разглядывать по несколько минут. И не надоест. Вот не надоест. Он такой, вот видите, какой. Сейф. Открываешь этот сейф. Сейф для ваших ювелирных украшений. Вот такой. Сколько он стоит? Такой сейф. Ага, $160 такой сейф стоит. Картина. Столики эти. Кофейные. Ой, я вижу сейчас на ютубе девочки, как сами делают себе кофейные столики. Кто-то вот эту вот столешницу делает из яичной скорлупы, потом ее там как-то чем-то разукрашивают, какие-то рисунки выполняют, чем-то покрывают какими-то специальными лаками. А кто-то делает из бисера столешницу, вышивает бисером по специальной такой пластиковой конве, и потом будет столешница этой вышивкой с бисером. Красоту, конечно, девчонки наши умеют творить, умеют создавать и своими руками. Ну, мы всегда этим отличались, да. А вот какие зайцы. Ну, это уже Пасхи. Здесь как вот Пасха. Истер – это символ бани, зайчик, символ Пасхи. А вот кувшин какой тоже за $79. И кувшин бы такой, чтобы приобрела. Заяц на велосипеде. Прикол. Все, пошла уже тут весенняя тема. И вот такой столик на патио. У кого есть хорошее патио. Но у меня нет, так что мне смотреть нечего сюда. У меня просто стол во дворе. Все блестит, переливается, сияет, сверкает золотом и серебром. Свечи. Там вот это вот такие подсвечники в виде таких фонарей старинных. В общем, все можно подобрать, да, какие-то статуэтки, какие-то такой вот фонарик, какую-то бутылку, вазу. И вот уже стиль какой-то. Апионы как живые. Апионы как живые. Прям я своим заложенным носом даже уже запах почувствовала. Запах почувствовала, знаете почему? Потому что вот зашла сюда, вот здесь вот свечи и ароматические масла с палочками. Они пахнут, и запах такой, такой тонкий-тонкий. Запах. Но они тут, конечно, и дорогие. Вот $10 такая свеча стоит. Запах пиона. А, как пахнет. И вот такие вот, видите, и пиончики такие. Вот. Если в подарок кому-то купить. Вот маленький такой наборчик. А можно вот и побольше купить. Подсвечники. На подсвечник какой, посмотрите. Да? Бесподобный. Бесподобная. Вот морская тематика. Пионы закончились. Теперь шло море. Морская тематика. И такой вот веночек на входной двери. Такой подсвечник, свеча. И пахнет тоже. Пахнет обалденно. Набор из ракушек. Тут каких-то веточек сухоцвета. Ой, ну какие же здесь тонкие запахи. Боже, не могу. Так, все. В следующую получку приезжаю сюда и что-то покупаю. Да может быть даже сегодня. Может быть, сегодня даже куплю. До следующей получки не дотяну. Как тут стоишь перед такой красотой? А вот какие подсвечники, видите? Вот этот магазин мне сразу понравился. Вот посуде. Быстренько к посуде. Вот чашки. Нет, тут нет, да и куплю какую-нибудь тарелочку, чашечку. Смотрите, какой котяра. Висит самодовольный котяра.
А, так ты тут с сюрпризами еще, котяра. А тут в середине, знаете что, я не знаю, как вам видно или нет, как бы так лучше показать. А там такая мышка с розовым носом. Котяра такой стоит $9. Вот какая прелесть. А вот какая нежность солнечная. С пчелками. И вот такая пчелка. Ой, какая черчика. Это 8 стоит долларов. Здесь, конечно, бывают распродажи. И знаете, здесь вот посуда меняется. Вот ассортимент меняется. Ну, такие совы тоже. Так, ну мне эта чашка определенно понравилась. Сейчас похожу, если что, я ее куплю. И вот такие кружки побольше. Такие вот наборы целые. Тоже. Так, ну и здесь тоже здесь всякие перечницы для перца, для соли, статуэтки. Вот, шезлонги для ложечек. Так, вот наборы. Вот красивенная тоже посудка. Чашки. Большие такие. Салатницы, тарелки в подсолнухах, подсолнечная тема. Вот маки, кувшин красивый с маками очень. И такие салатнички в виде цветков мака. А вот чашки, смотрите какие. Или это, а, это чайнички, это заварнички в виде шапки. Шапка просто такая связанная с помпоном таким, натянутая на него. $30 стоит. Такие вот именные чашки. А вот какие, боже мой, какие там подсвечники в виде фонариков. Знаете, такие, как эти кружевные, просто такие вот кружевные. Прелесть. Ой, сколько ж такие стоят? А, не вижу. А вот цена. Ага, $55 стоит такое вот, такая как веточка, на веточке 3 фонарика, стоит $50. No, thank you, I'm good. Девочка спросила, не помочь ли мне. Ну, супер. Супер. Хочу. И такое. В общем, полностью весь наборчик мне заверните с доставкой на дом. Вот распродажа. Вот такие. Вот тоже. То, что лимон, тоже, наверное, 6. Стоил $15, сейчас $7. Тарелочки. И такие вот с лимончиками тоже. Стоило 13, теперь $7. Наверное, я сейчас куплю эту чашку. Именно эту чашечку. Я хотела себе что-то такое. Такое нежно-солнечное. Для чая. Или для кофе. И на сегодня надо еще продуктовый магазин. Лазанью, на лазанью купить продукты, зайти. Буду готовить лазанью. Ну вот эти вот с изумрудными цветочками мне нравятся. Тоже, кстати, тут большие такие салатницы. Ой, Валя, тебе все нравится. Ну, то купуй чашку и топай. Топай до дому. За продуктами и до дому. Все, девочки, мальчики, пока-пока. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо, что заходите ко мне в гости. Я вам всем всегда очень рада. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравятся мои видео. И увидимся. Пока-пока.